Легенда возвращается, чтобы по праву занять первое место. Показать то, как должна выглядеть настоящая криминальная Россия. Самое глобальное обновление за всю историю существования Амазинга уже скоро. То, чего никогда не было и не будет на других серверах. Почувствуй будущее, не трать время зря. Играй и достигни ранее небывалых высот на amazingrp.ru. Начав сейчас, ты не пожалеешь о своем выборе. А еще, вводи мой промокод при регистрации, и он даст тебе 50 тысяч рублей на 5-м уровне и 100 тысяч на 10-м. На эти деньги можно купить квартиру и недорогой автомобиль. Все ссылки и промокод в описании. Че как, лузер? Че как, лузер? Зачем тебе солнечные очки в помещении? А зачем тебе шлем в помещении? Потому что иногда я спотыкаюсь и падаю, это для защиты. Окей. Да, жизнь это опасная штука. Видишь шипы на моем запястье? Да, я вижу. Да, 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 они пластиковые, но все равно опасные. Что ты делаешь на моей кухне? Проваливай отсюда, не трогай ничего. Я выпью это, ты меня не остановишь. Да пожалуйста, я даже не знаю, что это такое. Эта штука стояла здесь последние 6 месяцев. С нашей последней игры в GTA. О, да, это тоже испортившееся. Нет, но я насал туда. Черт, ладно, займусь уринотерапией. Йоу, чё как, чувак, ты принес китайскую еду? Ага, вы заказывали 2 порции коронавируса? Да, все верно, положите на стол. Ладно, парни, пожалуй, я отправлюсь на задание без вас. Ладно, окей, только не рассказывай нам, я уважаю чужие секреты. Окей, окей. Ладно, спасибо за просмотр. Давайте за мной. О, я думал, это конец, ты нам не покажешь. Итак, народ... Сегодня у нас большой день. Ты опять напился? Сегодня у нас большой день. Ведь я получу кучу денег за убийство Му. Да! 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 Я хотел сделать это! Я хотел это сделать! О, да? Да, но я подумал, что Брок разозлится на меня. Если я сделаю это, он разозлится. Да? Да? Да, вот так. Вот так. Я поднял 7000 баксов, а ты что сделал? Ничего. Что ты делаешь, Брайан? Ухожу от копов. Ты сделал что-то незаконное? Нет. Ты оторвался? Ага. Ладно, хорошо. Садись ко мне. Ты не умер? Нет. Что, мне дали звезды за это? Да, вот именно, вот именно. Будешь знать, как заниматься чем-то нелегальным. Вау. Черт! Ох, блин! Вау, чувак! Мне нужен транспорт! Где вы есть? Я не могу сесть к тебе! Нет-нет-нет! Сучка! Черт! А меня-то за что? Вы оба это заслужили! Кажется, я понял. Это все потому, что у него коронавирус. Ага! Окей, садись, поехали! Черт! Да! Да, я уничтожил вирус! Ты уничтожил вирус! Я уничтожил вирус! Итак, мы смогли собраться без разборок, теперь приступим! Итак, парни, вот оно! Окей! Это важный момент для наших каналов! О, да! Мы должны ехать к Лисе? Мы должны найти Лису! Почему мы не используем твою тачку? Мы что, взяли тачку, чтобы доехать до твоей тачки? Замолкни! Да-да, это Мубер! Это Мубер! Поехали! Ты едешь не в ту сторону, посмотри на карту! Да пофиг! Ты едешь вообще не туда! Оу, ты что, Тони Хок? Пошли вы, парни. Пошли вы, парни. Пошли вы, парни. Я возьму эту хрень. Я сам доеду. Окей, пока. Нет, погодите. Погодите, погодите. Я пошутил. Его сбила тачка. Это была шутка. Вернитесь. Окей, окей. Шучу, я выиграю эту гонку. Я даже не могу убить Эвана, ведь мы запорим миссию. Езжайте, езжайте. Считай, мы уже убили его этой гонкой. Погодите, подождите меня! Подождите меня! Окей, мы будем ждать тебя здесь. Эван тут. Я выиграю эту гонку. Нет, я ненавижу тебя. Реально ненавижу. Это называется игры разума. Чувствуешь, как тебя одурачили? Я чувствую, что ты идиот. Как я вас обставил, а? О, самолет взлетает. Погодите, что нам нужно делать? Ну, во-первых, я выиграл гонку, а во-вторых, что нужно делать? Вау, нам нужно убить кучу народа. О, отличный выход, парни, отличный выход. Спасибо, теперь я сделаю так. Только не умрите! Только не умрите! Пожалуйста, только не умрите, вы в самом тылу врага. Мы не умрем. Мы же не должны упустить этот самолет? Да. Ладно, я разберусь, я разберусь. Нет, нет, нет. Черт, я не разобрался. Тогда я разберусь. Уверен? Что? Ты серьезно? Кто наша цель? Не знаю, но это кто-то в том самолете, нужно остановить его. Этот самолет двухместный? Не знаю, давай проверим. О, кажется, он двухместный. Отвечаю, чувак. Отвечаю. Не дай бог, из-за тебя мы умрем. Не дай бог, мы умрем.
Чувак, они стреляют! Давай, давай, залезай, 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 залезай! Едем, 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 едем! Вообще-то мы летим! Мы отрываемся! Ладно, где цель? Нужно поймать ее! Нам нужен контент! Мы охотники за контентом! И какого черта? Окей! Кажется, стоило его убить! Что ж, после всего этого... Вау, как эгоистично, Брок. Вау, мы сразу в аэропорту. Давайте завалим их. Что если я сделаю так? Я думаю, да, это должно сработать. Думаешь, это сработает? Ох ты ж. Кажется, прокатило. Да, похоже. Да, но я все равно пойду за самолетом. Ох, черт! Они все еще тут! Ладно, теперь нам нужно сбежать. Вот бы у нас была пара самолетов. Это все часть плана. Садись, Брайан. Нет, я полечу со своим новым лучшим другом. Да, и это мы не проигру. Мы не проигру. О, черт! Увидимся, Брок! О, я думал, что переехал тебя, Брайан, а ты тут. Кстати, вы мне конкретно поднасрали, парни. Я не могу выбраться отсюда. У меня мало ХП. Мы должны покинуть Лису. Мне почти хана. Мы можем попробовать пролететь под этим мостом. Или под этим. Это было бы круто. Мэйдэй, мэйдэй, мы по-любому разобьемся. Мы не разобьемся, мы не разобьемся. Мэйдэй, мэйдэй. Чувак, меня спонсирует Red Bull. Вот почему я так хорош. Вот так. Мы прошли. Окей. Не может быть, я не получил даже золото. А ведь я уничтожил тот самолет. Не может быть. А, это было не соревнование? Да, тут не выдавали медали. Итак, вот оно, парни. Это вторая миссия. Мы готовились к этому всю жизнь. О, зацените эту крутую тачку. Вау, да. Она прекрасна. Прекрасно, говорите? Вау, только попробуй. Давай, давай, сделай это. Нет, она все равно бронированная. Да, вот именно. О, да. Продолжай, я держу геймпад рядом с яйцами, и он вибрирует. Продолжай. Врезайся почаще. Вот так? Вот так? Не останавливайся! Все тачки куда-то пропали. Но ты все равно умудряешься врезаться. Оу, мне нужна сигарета! Не ездите на мотоциклах, это опасно. Окей. Ладно, давай полегче. Ладно, давайте проберемся туда по стелсу. Погодите секунду, мне нужно сменить трусы. Погодите, нам реально нужно действовать по стелсу. Видите их обзор? Мы должны быть тихими и скрытными. Экстра. Экстра. Скрытными. Окей, да, да, давай по лестнице, чувак, давай по лестнице. Венес? Что? Я застрял. И? Кажись, пора пристрелить коня. Его уже давно пора пристрелить, так что окей. Я даже не знаю, где ты. Да, где ты? Привет, Брок. Ты в порядке? Как ты там застрял? Что? Я не собирался тут застревать. А ты не пробовал перепрыгнуть? Ты идиот. Ты такой тупица, чувак. Ты все это время мог просто выпрыгнуть оттуда. Как ты попал туда? Через верх. Как выбраться оттуда? Через верх. Идиот. Ты такой глупый. Парни, зачем вы надели шумную обувь? Это глупо. А, блин. Вот у меня самая практичная одежда. Тот чувак идет в нашу сторону. Где еще один? Он по-любому должен был увидеть нас. Какой-то чувак в нижнем белье и еще один чувак в яркой футболке ходят по мостику, и никто их не замечает. Да ну на. Окей, я беру этого. По команде. 3, 2, 1, давайте. О, да. Еще двое. Я беру одного. Ништяк. Где еще один? О, он где-то в том углу. Может, стоит спрыгнуть? Давай. Я пойду с тобой. Да! Давай разберемся с ним. Как ты умудрился умереть? Что ты сделал? У меня появился парашют, и я упал в воду пластом. Он не видит меня. Он не видит меня. Стоп, я сделаю это по стелсу. Готовы? Ах ты чертов сучонок. Ты застелил его. Вау, посмотрите, что вы натворили. Мне пофиг, это вина Брайана. Почему это? Я ничего не сделал. Это то место? Оу, да, это оно. Мы должны убить здесь кого-то. Где он? Оу! О, мой бог, чувак! Мне хана. Я умираю. Умираешь? Пригните, сейчас я пульну! Он сказал, пригните, сейчас я пульну. Это крикнул мне тот чувак. Он за той дверью? Да, осторожно, осторожно, осторожно! Мы же говорили, с этим чуваком шутки плохи. Ему хана? Вот теперь ему хана. Вот так. Я побегу сразу к вертолету. Ты нас подберешь или что? Постараюсь. Идем, 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 идем. Брайан! Да, да пошел ты в сраку, это был чертов вертолет! Нужно разобраться с вертолетом. Ты заспавнился рядом с ним?
Ау! О, нет! Это все? Мы проиграли или нет? Ну теперь да. Что ты там делаешь? Вот и минус поп-фильтр. Что ты делаешь? Кажись, чинит поп-фильтр. Ты что, заглотил свой микрофон, Брайан? Я сломал свой поп-фильтр. Как ты это сделал? Ударил его раз 20. Капец, у тебя маленькие кулачки. У меня сейчас 4 утра, я уже так задолбался. Поп-фильтр же маленький. Какой у тебя кулачок, если ты смог пробить его? Во что поиграем после этого? Брок, давай в лодку. Давайте, парни. Садись в лодку. Ништяк. Плыви помедленнее. Мы сделали это. Мы сделали это. Что вы делаете? Что вы делаете? Срань господня. О, нет. Что вы делаете? О, чувак! О, боже! Я же говорил, помедленней! Ты... Один говорит мне, давай быстрее! Другой говорит, давай помедленнее! Капец, сколько пуль выпустил этот вертолет! Нужно было сначала сбить вертолет, а не уплывать! Дайте мне мой вертолет! Парни, он у меня! Вертолет? Твою ж за ногу! Да, я на нем, я на вертолете! Почему я не могу сесть? Почему я не могу сесть в него? Я могу сесть только за пушку? О-оу, о-оу, вертолет! Окей, видимо, нам нужна лодка! Давай, вертолет, подлетай! Сбей его ракетой! Я этим и занимаюсь! Готово! Я сбил его! Да! Давайте в лодку, скорее! Мы сделали это! Да, мы сделали это! Посмотрите, мы убили всех! Валим! И что нам нужно делать? По идее, мы все сделали! Да! Так держать! С первой попытки! Что? У тебя 22 убийства? Да пофиг, зато я сбил тот вертолет. Так что пошел ты. Это вообще не важно. Что дальше? Да, Брайан, что выбираем? Ну, мы же еще не выполняли четвертую. Нет, но вообще я думал, что ты закричишь на меня. Типа у тебя 4 часа утра. А, да, ты прав, альтов 4.